Здравствуйте, дорогие ребята и все слушатели наших онлайн-курсов в рамках Уральской детской литературной школы. Может быть, нас слушают не только школьники, но и более взрослые люди. Я надеюсь, что всем тут найдется что-то интересное, что-то новое для себя. Особенно, конечно, для тех, кто пробует себя в создании художественных литературных произведений. В этом мы и стараемся помочь. Даже не столько научить, а именно помочь. Потому что человек, который желает стать автором литературных произведений, писателем, он, конечно же, уже изначально человек творческий. И, может быть, учить его творчеству не надо, ему нужно помочь свое творчество реализовать наиболее эффективным образом. Мы рассказывали уже много о чем полезном и интересном, а вот сегодня мы поговорим о такой штуке, как обоснованность и применение базовых фантастических допущений в произведении. Естественно, сразу оговорюсь, что сегодняшняя тема, она, безусловно, направлена на тех авторов, которые пишут фантастические произведения. Но я думаю, что не бесполезно любому, кто хочет пробовать себя в области литературы, все-таки послушать о том, что такое фантастическое допущение в произведении, как ими пользоваться, как наиболее эффективно и правильно вставлять их в произведение для того, чтобы произведение было у вас качественным. Именно на то, чтобы помочь авторам, особенно начинающим, создавать качественное произведение в области литературы, и направлены все наши вот эти усилия, и наши встречи с вами служат именно этому. Значит, прежде всего, для современных любителей фантастики я хочу сказать, что хорошим читателем можно стать только в том случае, если, во-первых, много читать соответствующей литературы, а если говорить о фантастике, то, конечно, это значит читать фантастику, и самое главное, читать не только современную фантастику, а произведения признанных мэтров научно-фантастической и просто фантастической фэнтезийной литературы. Да, конечно, часто фантастика прошлых лет в наши дни смотрится не очень современно, именно в плане тех фантастических допущений, которые использовали авторы прошлого. Но если мы углубимся в сюжеты, по-настоящему вдумаемся в сюжеты классиков фантастики, то мы поймем, что основу сюжетной идеи там люди создавали зачастую, опережая свое время. И, возможно, вы, как авторы, читая такие произведения, почерпнете для себя какие-то базовые принципы, которые помогут вам генерировать сюжетные идеи, соответственно, фантастические допущения, которые актуальны для вашего времени. И по-настоящему, конечно, читая классиков и сравнивая то, когда создавались эти произведения, когда использовались те идеи и фантастические допущения, с которыми работали авторы прошлого, вы поймете, насколько велики были эти творцы. А вот если, то есть хорошим читателем можно стать, читая много классической литературы в данном жанре. А вот хорошим писателем, как говорит замечательный наш современник, фактически живой классик Василий Васильевич Головачев, можно стать хорошим писателем, только будучи хорошим читателем. И он в этом абсолютно прав, потому что человек, который не знаком с лучшими образцами соответствующего жанра, вряд ли сможет сам создать что-то хорошее, вряд ли добьется каких-то больших высот. Дело в том, что, как я уже не раз говорил на наших
с вами встречах, что из пустоты ничего не рождается. Открыть новые законы в науке, например, невозможно без знания всего, чего данная наука достигла, а может быть и смежные науки какие-то, достигли к настоящему времени. Человек не откроет базовый какой-то закон физики или новое какое-то, значит, применение этого закона, если он не владеет всем материалом, который до него создали предшественники, работающие в этой области. То же самое и с литературой. Человек, который не читал много художественных, качественных произведений, вряд ли сможет сгенерировать что-то интересное. То есть это не значит, что нужно создавать собственные сюжеты, напрямую заимствуя что-то у авторов прошлого, у классиков, там, ну или, может быть, у ваших современников даже. Главное переосмыслить, и, может быть, на базе тех сюжетных построений, тех сюжетных идей, тех фантастических допущений сгенерировать, создать, родить что-то свое, отличающееся, может быть, более оригинальное, развивающее ту идею, которая была у вашего предшественника. Но надо сказать, что иногда случается так, что если авторы очень талантливые, то они на базе существующих чужих произведений могут выстроить что-то свое очень оригинальное. Можно привести примеры. Вот, например, братья Стругацкие, у них есть роман, ну, может быть, даже скорее повесть, оно не очень крупное произведение, но достаточно крупное, не рассказ, конечно, действительно повесть, как минимум. Значит, «Второе нашествие марсиан». Вот и это что напоминает, если кто читал Герберта Уэллса? «Война миров». Там высадились марсиане на Земле. Это, у Герберта Уэллса она, эта вещь написана, по-моему, 1895 год. То есть конец 19 века. То ли 95-й, то ли 97-й. Где-то так. Вот. А братья Стругацкие через практически где-то лет, наверное, 70 после этого написали «Второе нашествие марсиан». Перекликается очень сильно. Снова высадились марсиане, снова там разбили наши армии, но используют совсем другие принципы. Роман очень интересный, там очень глубокий в социальном отношении сюжет, и я рекомендую его почитать. На той же самой теме о вторжении с Марса, то есть на теме Герберта Уэллса, у замечательного английского писателя Кристофера Приста есть роман «Машина пространства». Нисколечко не плагиат, нисколечко. Идея базовая, подчеркнутая у Уэллса, а развита совершенно шикарно и великолепно. Вот так можно использовать и чужие идеи. Главное не слизывать их напрямую, как говорится, а развивать. Главное придумывать интересные сюжеты и такие вставлять фантастические допущения, чтобы эти фантастические допущения становились основой сюжета и не вставлялись туда искусственно. Для того, чтобы продолжать разговор о фантастических допущениях, мы сегодня говорим не столько о фантастической идее, а сколько о фантастическом допущении. Они могут быть фактически тождественны друг другу, но все-таки принципиально тут есть различия. И это различие надо понимать. Значит, чтобы дать определение, что собой представляет фантастическое допущение, стоит сказать о том, какие вообще критерии отнесения произведений к жанру фантастика. На основании чего? На основании каких фантастических допущений? Вот это знаковый момент. Значит, в общем случае под фантастическим допущением понимают определенный литературный прием, состоящий из введения в сюжет, создаваемый автором, какого-то элемента или элементов, которые не встречаются или принципиально невозможны в реальности. Вот это есть самое общее определение фантастического допущения.
То есть это сюжетный элемент или элементы, которые в реальности не существуют. В нашей, по крайней мере, с вами нынешней реальности. В принципе, это очень важный момент. Мы уже видим, что на основании этого фант-допущение, будем говорить для краткости, может составлять саму сюжетную идею. Но не обязательно. То есть, можно сказать, значит, на основании такого определения, что фантастика – это жанр, в котором присутствуют вот эти фантастические допущения, то есть элементы, которых нет в реальности. Именно это отличает фантастику от, скажем так, обычной прозы. Именно в этом. Но, к сожалению, это будет очень упрощенное определение, потому что на основании такого определения фантастического допущения часто к фантастике относят любые произведения, где в сюжете просто присутствует что-то невозможное с точки зрения современности. Вот. И часто многие авторы думают так, что достаточно в любой сюжет, как пытаются некоторые авторы создавать сюжет, они думают, что достаточно в любой сюжет вставить, допустим, там инопланетян, какой-нибудь прибор несуществующий, если говорить о научной фантастике, орков, гоблинов, там магию некую, и все, у вас получилась фантастика, научная фантастика или фэнтези. Ну, в общем, словом, будем называть фантастика. Формально, да, формально получится, что это фантастика. Но насколько это качественное будет произведение? Поэтому здесь встает вопрос о правомерности и значимости фантастических допущений в сюжете. Значит, дело в том, что на основании такого подхода мы уже видим, что фантастические допущения могут иметь разный уровень, как бы своей значимости в сюжете. Бывает так, как я уже сказал, что фантастическое допущение составляет основу сюжета, и тогда это наиболее значимый тип фантастического допущения. А бывает, что незначимое, чисто антуражное. Вот. Например, мы... И часто авторы этим грешат. Вот в чем беда. Например, мы имеем какое-то произведение, где автор перенес действие в далекое будущее. Ну, вот хочется человеку написать фантастику. Я часто, будучи в жюри разных конкурсов, отбирая произведения в разные сборники фантастики и в нашем издательстве, рассматривая фантастические произведения, которые присылали, сталкивался с ситуацией, когда автор вроде бы описывает фантастические моменты. Например, он описывает действия в далеком будущем, в каком-то происходит. Он описывает какие-то антуражи быта далекого будущего. Там какие-нибудь антигравитационные кресла, там, значит, устройства, которых сегодня быть не может, там, и так далее, и тому подобное. Но суть сюжета в данном случае у него составляют какие-то, допустим, отношения людей. Допустим, конфликт поколений, там, как, знаете, в известном, скажем, «Отцы и дети» произведения Тургенева, там, конфликт отца и сына, например, там, дочери и матери, или там взаимоотношения парня и девушки, чисто там, ну, какие-то любовные вопросы. И это все излагается с точки зрения современности, абсолютно адекватное нашим дням. Только люди там не на автомобилях ездят, а летают на каких-нибудь гравилетах. Будет ли это настоящей качественной фантастикой? Конечно же, нет. Потому что значимость фантастических произведений для сюжета произведения, фантастических допущений, извините, для сюжета произведения очень невелика. Если мы выбрасываем эти фантастические допущения из сюжета, и у нас остается рассказ, который может быть, история, которая может быть применена, происходить в наши с вами дни. Без всяких гравилетов, без всякого искусственного интеллекта, встроенного в унитаз, простите, и тому подобных фантастических вещей. Значит, поэтому каждому автору
как начинающему, так и не очень. Зачастую и опытные авторы грешат низким уровнем фан-допущений, пытаясь создавать фантастику. Необходимо этим авторам четко понимать, что если из создаваемого сюжета можно убрать всю фантастическую мишуру, а сюжет при этом не разваливается, то, строго говоря, произведение к фантастике можно отнести, ну, очень-очень условно. По большому счету, никакая это не фантастика, а подделка под фантастику. То есть, автор должен понимать, автор, который пытается создавать фантастические произведения достаточно качественные, такой автор должен понимать, что от уровня его фантастического допущения, которое он создает и встраивает в сюжет, в немалой степени будет зависеть именно качество создаваемого произведения в данном жанре. Либо это будет действительно качественное фантастическое произведение, либо это будет подделкой, потугой на создание такового. В общем, очень важно, из этого следует, какой момент? Серьезно подходить к созданию сюжета, образующих фантастических допущений. Это очень важный момент. Еще раз повторим, что критерием значимости фантастического допущения, которое автор вводит в сюжет, является невозможность убрать это фантастическое допущение из сюжета без того, чтобы сюжет не развалился. Если вы убираете, сюжет развалился, не работает, не может существовать, значит, у вас действительно фан-допущение, которое вы создали, оно высокого уровня, оно плотно, четко, сюжетообразующее, встроено в сюжетную идею. Если же вы убрали это фан-допущение, а сюжет как был, так и есть, ну, только там какую-нибудь голографическую куртку там сменит куртка обычная, обычный пуховичок у главного героя, то значит, у вас не фантастика. Вот если так вот говорить. Конечно, если автор придумал все-таки какое-то оригинальное фантастическое допущение, пусть и не очень сильно встроенное в сюжет, но такое увлекательное, привлекательное, то произведение, конечно, может, но это нужно сделать его увлекательное. Произведение может быть тоже успешным вполне у читателей. Вот. А если взять что-то избитое и искусственно всунуть это в сюжет в качестве фантастического допущения, то ждать успеха у читателей не приходится. Дело в том, что вообще вот интересные вещи иногда происходят, что если это о значимости фантастического допущения, именно о значимости его, а об оригинальности и о глубине встраивания в сюжет. Бывает так, что есть какие-то даже сюжетные и порой даже логические огрехи у авторов, но фантастическое допущение очень интересное, оригинальное, социально значимое, трогающее читателя. Читатель может простить какие-то нестыковки в сюжете, неточности какие-то, если это сделано оригинально. Вот, например, классические приведу произведения. «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери. Очень много, ну, чисто технических нестыковок. Ну, начиная с самого основного, что даже во времена Рэя Брэдбери было, в принципе, понятно уже, когда писались «Марсианские хроники», это, по-моему, где-то середина 50-х годов, ну, или год 1953 примерно, где-то так, может быть, 51-й, все равно уже представляли, что на Марсе дышать нельзя без специальных средств, без скафандров там как минимум. Значит, тем не менее, Брэдбери описывает вот такой Марс. Но там настолько талантливо описаны взаимоотношения между людьми, сюжетные построения, это роман в новеллах, в отдельных рассказах, настолько гениально у Брэдбери это сделано, что там забываешь, что, в общем-то, написано, ну, если так уж грубо сказать, с естественно-научной точки зрения, ерунда. Нельзя дышать на Марсе.
Ну, в этот Марс у Рэя Брэдбери веришь, например. Один из любимых моих писателей западных, Филипп Фармер, у него есть два цикла, которые мне очень нравятся. «Мир реки» и «Многоярусный мир». Там как бы, естественно, научных нестыковок довольно много. Но там настолько вкусный, сложный и очень ярко описанный мир в каждом из этих циклов, потому что они там по 5-6 романов в каждом цикле, что ты забываешь об этих натяжках каких-то логических порой построений, которые использует автор. Вот что значит интересное, красивое фан-допущение. А и там, и в «Мире реки», и в «Многоярусном мире» там очень интересные фантастические допущения сделаны. Рекомендую эти циклы почитать. Вот это именно в контексте того, что для того, чтобы создавать что-то свое оригинальное, нужно очень много заложить себе в голову материала, из которого может в переработанном виде возникнуть что-то новое, свое, оригинальное. Так что, видите, вот некоторые метры литературы могут позволить себе, используя фантастические допущения, не совсем четко простраивать какую-то логику в сюжете. Но фантастическое допущение, во-первых, оно не может быть выкинуто из сюжета, то есть оно сюжетообразующее. И второй момент, оно сделано очень ярко и увлекательно, и читатель прощает автору какие-то недочеты. Другое дело, что понятно, что часто это происходит именно у известных авторов, то есть там работает еще магия имени, и начинающему автору могут такого не простить. Но я повторяю, что если это фантастическое допущение будет сделано очень ярко, очень сочно, читатель может и начинающему, молодому автору простить какие-то логические огрехи или натяжки в построении сюжета. Ну вот, например, даже возвращаясь к Фармеру, «Мир реки» в двух словах. Основа мира, основа фантастического допущения, на котором строится весь цикл. Я повторяю, там 6 романов в «Мире реки» у Филиппа Фармера. Некая сверхцивилизация создала планету, на которой течет река длиной много миллионов миль. Она течет от полюса до полюса, циркулирует. Течет она в узкой долине. Я, кстати, считал, возможно, действительно, на поверхности планеты типа Земля несколько миллионов миль реки. Течет она в ущелье, в достаточно узком, ну, можно жить, тут есть берега, тут есть какая-то жизненная зона, горы непроходимые, и вот в эту долину, вот этой длиннющей, огромной реки, покрывающей всю планету, автор помещает всех людей, когда-либо живших на Земле, начиная с неандертальцев, где-то чуть ли не раньше там даже еще, совсем первобытных. То есть, эта сверхцивилизация наблюдала нас много десятков тысяч лет, делала с нас некие информационные копии, а потом возродила вот эту всю человеческую смесь в определенных пропорциях на участках этой реки. И на этом строится сюжет. Фантастическое допущение, ну просто сногсшибательное. И оно описано достаточно убедительно. Ну да, конечно, тут сверхцивилизация, которая может все, которая почти как Господь Бог. Вот. Но тем не менее, такое оригинальное фантастическое допущение, которое абсолютно сюжетообразующее, позволяет автору потом очень свободно обращаться с сюжетом, с взаимоотношениями героев. Ну, конечно, там все сделано хорошо, но там есть тоже огрехи. Но это все прощаешь автору. Ну или «Многоярусный мир». Там тоже сюжетообразующее произведение, допущение, прошу прощения, очень оригинальное, очень привлекательное, очень захватывающее. И поэтому многие, там еще больше, чем в «Мире реки», каких-то нестыковочек есть. Но это все автору прощаешь, потому что, во-первых, увлекательный сюжет идет,
на фоне очень интересной картины мира, которую создал автор. Именно на фоне очень интересного, оригинального, фантастического допущения. Естественно, фантастическое допущение обязательно должно быть каким-то образом оправдано. Нельзя просто взять его с потолка и всунуть в сюжет. Оно ведь на самом деле только средство для того, чтобы выстраивать интересную какую-то сюжетную линию, решать какие-то вопросы, которые хочет придумать и поставить перед собой, перед читателем автор. Поэтому очень важно, чтобы оно было обосновано. Вот у упомянутого мной Филиппа Фармера придумана такая очень хорошая обосновывающая отмазка. Вот кто мог создать? Так планета такая не могла возникнуть с миром реки, таким вот, который там течет зигзагами по поверхности планеты и наматывает много, соответственно, миллионов километров протяженность этой долины получается. У него это делает сверхцивилизация. Если бы он написал, что такая планета возникла каким-то образом естественно в природе, то это было бы очень слабое обоснование, очень слабое оправдание. Почему? А потому что в природе вряд ли это может возникнуть. А вот как бы на сверхцивилизацию можно списать вообще все, что угодно. И очень важный момент, еще один, повторяю, вот чтобы лучше запомнили. Там это фан-допущение, оно не может быть вырвано из контекста, потому что если мы убираем этот мир реки, то, собственно, произведение просто исчезает. Там писать не о чем. Там эти герои не могут так оказаться. Не может оказаться герой там из 15 века, из 20 вместе в одной точке. Причем без машины времени, заметьте. Вот. То есть, поэтому, оценивая саму сюжетную идею, автору стоит очень сильно задуматься о том, стоит ли пытаться здесь именно создавать фантастическое произведение. Если нет того фантастического допущения, которое так может быть встроено в эту сюжетную идею, что никуда уже от него не деться. То есть, если вы берете это фан-допущение, то идеи просто сюжетной вообще не будет как такового. То есть, простая история, помещенная в будущее или в какой-то фантастический мир, если в ней не будет базовых идейных моментов от того, что может происходить в наши дни, без всякой фантастики, эта история не будет историей фантастической. Поэтому не пытайтесь искусственно создавать фан-допущение, брать какую-то современную историю, одевать героев в одежды, образно говоря, будущего и считать, что вы написали фантастику. Это будет не фантастика, а халтура. Прошу прощения. Значит, стоит сказать еще вот о чем. Может быть, это начинающим авторам будет полезно и поможет, ребята, вам создавать собственные новые оригинальные фантастические допущения. Нужно четко понимать, что фантастические допущения можно разделить на несколько видов. Первые фантастические допущения – это научно-фантастические допущения. То есть фантастические допущения такого типа, которые вносят в сюжет какое-то научное новшество, какое-то нововведение в области науки, изобретения и так далее. Спектр того, что можно здесь напридумывать, широчайший. И надо сказать, он очень подробно, давно еще Советский Союз существовал, такой фантаст Генрих Альтов написал «Регистр научно-фантастических идей». И вот там очень много говорится о как раз фантастических допущениях, научно-фантастических идеях. Я советую этот регистр научно-фантастических идей Генриха Альтова найти в интернете и почитать. Очень хорошая будет пища вам для творчества. Очень хороший такой материал, очень хорошее удобрение, чтобы выросли ваши какие-то, может быть, собственные идеи. Значит, научно-фантастические допущения можно разделить на два типа. Это естественно научные фантастические допущения, то есть это какие-то
такие фантастические допущения, фантастические идеи, которые строятся на открытиях в области естественных наук, в области техники. И, соответственно, область таких применений – это так называемая твердая научная фантастика. И могут быть гуманитарно-научные допущения, то есть фантастические допущения, сделанные в области социологии, политики, истории, религии, если хотите, психологии, общественных отношений каких-то. Они возникают, как правило, у авторов, когда авторы пытаются создавать новые модели общества, какие-то новые модели мировоззрения. Как правило, произведения такого рода называют их утопиями, антиутопиями или социальной фантастикой. Затем могут быть второй тип фантастических допущений – это футурологические допущения. То есть, это перенесение действия в будущее и рассмотрение каких-то ситуаций, которые возможны именно в будущем. Как правило, это все равно перекликается с первым типом фантастических допущений, поскольку если вы переносите действие в будущее, так или иначе, вам нужно делать либо научно-технические фантастические допущения, либо гуманитарно-научные фантастические допущения, то есть допущения, связанные с наукой и техникой, или какие-то допущения, связанные с обществом, с взаимоотношениями людей, с изменением мировоззрения в обществе. Вот, например, в этом смысле очень любопытный, рекомендую почитать его, роман Станислава Лема, замечательного польского фантаста, «Возвращение со звезд». Там поднимается очень интересная проблема, основан сюжет на том, что через 127 лет возвращается экспедиция, запущенная к звездам. Ну, понятно, да, звездолет там не гиперзвездолет, там он не совершает прыжки через пространство. Лем в этом отношении был абсолютным реалистом, если можно так сказать. Он рассматривал полеты с субсветовыми скоростями, поэтому, если кто-то знает, если представим такой звездолет, то там время будет течь медленнее, для экипажа при таком полете там пройдет намного меньше, а на Земле вот прошло 127 лет. А у экипажа там лет, не помню, по-моему, лет 15 прошло по бортовому времени. И они возвращаются и застают на Земле совершенно другое общество. Совершенно другими принципами жизни по сравнению с сегодняшним. Прежде всего, это в области именно человеческих отношений произошли такие изменения. Почему не буду рассказывать, кто захочет, прочитает. Я думаю, прочитают с удовольствием, с огромным. И вот главный герой пытается вжиться в это общество. Это вот типичный пример футурологического фантастического допущения. Могут быть, если говорить о таком жанре, как фэнтези, мистика, тут могут быть так называемые фольклорные допущения, мифологические допущения. То есть, это введение, как правило, персонажей, существ каких-то, явлений из мифологии. То есть, это вот пресловутые орки, гоблины, эльфы и тому подобное. Или какие-то духи и прочее. Потом, значит, могут быть миросозерцательные допущения. Это создание вымышленных миров, в которых происходит основное действие сюжетов. Тут могут быть и произведения с научно-фантастической основой, если вымышленные миры построены на естественно-научных законах, а могут быть произведения фэнтезийного плана, если это построены на мифологических каких-то моментах, таких сказочных моментах, магических моментах. То есть, как мы видим, фантастические допущения, хотя и имеют много классов, ну, еще мистические можно ввести, но они, опять же, с фольклорными перекликаются очень сильно. То есть, все фантастические допущения, так или иначе, хотя относятся, допустим, могут быть отнесены к разным типам, к разным классам, они сильно взаимодействуют между собой. Ну и у хороших авторов это часто именно такое взаимодействие наблюдается, потому что талантливый автор может совмещать разные типы фантастических допущений и, соответственно, на таком совмещении строить очень интересные сюжеты. Вот насчет, значит, вымышленных миров, вот я уже упоминал классический пример –
вымышленного мира – это мир реки у Филиппа Фармера, например, многоярусный мир у того же Филиппа Фармера. И так, вот еще вспоминает, ну, много можно тут, конечно, вспомнить. Был очень интересный именно в плане мира построения, забыл сейчас автора, «Экспедиция тяготения» называется роман. Найдите в сети, кому интересно. Очень интересный описан мир, описана планета огромная, массивная. В среднем там сила тяжести такая, что человек просто не может находиться. Его вес собственный раздавил бы. Но планета имеет очень большую скорость вращения вокруг своей оси. И из-за центробежной силы в районе экватора земные экспедиции могут высадиться. И там человек может находиться. Там сила тяжести всего там, ну, в 2-3 раза больше, чем у нас. Тяжело, но можно ходить. И вот там отправляется экспедиция к полюсу, а на полюсе там максимум силы тяжести. Там специальное снаряжение, специальные машины. Ну, вот все построено, конечно, на этом мире. Главное фантастическое допущение – такой вот мир. Но есть еще тип, очень любопытный, на мой взгляд, тип фантастических допущений – это так называемые фантасмагорические допущения. То есть это введение в сюжет элементов, которые, ну, вообще противоречат какому-то здравому смыслу и никакого разумного объяснения часто не имеют. Как правило, это используется в каких-то гротескных таких произведениях, юмористических, сатирических. Классический пример, о классиках говорим. Тот же Станислав Лем, у него есть «Звездные дневники» Иона Тихого, вот такие отдельные как бы новеллы, составляющие это произведение. Почитайте, весьма любопытно. Или, например, у замечательного американского фантаста был такой цикл рассказов о семействе Хоббинов. Это такие мутанты, которые живут среди людей, они там где-то когда-то случайно, давным-давно их предки каким-то естественным образом попали под радиоактивное излучение и мутировали. И вот у них волшебные свойства у этой семейки, и вот они живут. Значит, ну, там гротеск в чистом виде, чистая фантасмагория, но читается очень забавно, весело, и, конечно, вот эти фан-допущения, они вполне в таком типе произведений имеют полное право на существование. Это я все к тому, что видите, какой широчайший спектр вообще жанра фантастика, сколько здесь можно всего придумывать, сколько здесь пищи для ума, а для читателей сколько тут тренажеров для мозгов, чтобы развивать собственное воображение. Может быть, и это стоит делать, потому что вообще чтение – тренажер для мозгов. А если вы хотите быть разносторонними личностями, не обязательно становиться писателями, а достаточно иметь развитое воображение, и вам это уже будет в жизни очень часто полезно, где бы вы ни работали, потому что воображение позволяет творчески выполнять ту работу, которую вы делаете. Так что читайте. Я думаю, что мы еще специально сделаем какую-то лекцию, потому что это, ну, довольно большой раздел рекомендаций по использованию фантастических допущений. Это, наверное, ну, такая отдельная тема, которую мы рассмотрим отдельно, чтобы сейчас вас сильно не перегружать. Это мы рассмотрим отдельно. Ну, так что я надеюсь, что вы вынесли для себя, во всяком случае, те ребята, которые хотят писать фантастику, что фантастическое допущение – это элемент чего-то нереального, введенного в сюжет. Это должно быть обязательно элементом, который является сюжетообразующим. То есть, если вы хотите написать фантастику, то ваши фантастические антуражи, всякие фантастические элементы, то есть фантастические допущения и сюжета – не должны убираться. Если вы убираете это из сюжета, у вас сюжет рушится. Если не рушится, то значит, ну, написали вы фантастику. Но, честно говоря, это плохая фантастика. Это не очень хорошая фантастика. А вот те фан-допущения, которые встроены четко, безотъемно в сюжет, это характеристика действительно качественного произведения. Поэтому читайте больше классики, читайте больше современников и
создавайте себе в ваших умах почву для того, чтобы вы могли генерировать фантастические допущения оригинальные, встраивать их в оригинальные сюжеты. А если вы пишете не фантастику, то в любом случае, даже при написании прозы и, скорее всего, при написании поэтических произведений, ваша начитанность всегда вам поможет. Больше читайте, занимайтесь творчеством, ну и просто хорошо учитесь. Становитесь хорошими, развитыми, грамотными, эрудированными людьми, гражданами нашей страны. Спасибо.